Начнем с приборов OLED BI. Эти прожекторы представлены двумя моделями. K20, оснащенная 37 светодиодами, и K10 с 19 светодиодами. Эти две модели отличаются мощностью, но работают одинаково. Прежде всего, оба представляют собой совершенные заливающие светодиодные прожекторы. Приборы BI оснащены выдающейся оптикой. Максимальный угол зумирования достигает целых 60 градусов, что очень удобно при небольших проекционных расстояниях, как, например, в театре или телестудии. Еще больше впечатляет минимальный угол зумирования – всего 4 градуса, позволяющий добиваться оптимальных результатов на больших пространствах, например, открытых аренах. Прожектор, который вы сейчас видите в действии, это BI K10. Его световой луч очень мощный и плотный. А вот и BI K20. Он поражает своей яркостью, особенно если принять в расчет потребляемую им мощность. В приборах BI используются светодиоды типа RGB, палитра зеленый, красный, синий и белого цвета. Производимые ими основные цвета отличаются яркостью и чистотой, но очень красивы и цвета, получаемые смешиванием. Например, обратите внимание на приятную тональность янтарного цвета, медовых и оранжево-розовых оттенков. Если вы посмотрите на фронтальную линзу прожектора, вы не сможете не отметить равномерную освещенность ее поверхности. Разделяющая светодиоды решетка практически незаметна. Однако BI — это не только заливающий свет. При уменьшении угла зумирования до минимальных 4 градусов вместо рассеянного света получается узкий сфокусированный луч. Фактически выходящий из прожектора луч представляет собой пульсирующий массив множества независимых лучей, каждый из которых отличается своим цветом и интенсивностью. Это возможно благодаря тому, что в прожекторах OLED BI управление каждым светодиодом может осуществляться индивидуально. Это позволяет изменить и форму луча прямо в воздухе с получением чарующего эффекта плавной смены изображений. Одновременно на фронтальной линзе могут создаваться цветные изображения, что превращает BI в отличное средство световой сценографии. А сейчас подошло время представить абсолютно новую характеристику, позволяющую BI создавать невероятные световые эффекты. Смотрите, фронтальная линза может вращаться, и при этом образуется множество тончайших лучей, которые раскрываются и закрываются, как лепестки цветка. Линза может вращаться в обоих направлениях. Скорость регулируется свободно. Это революционный эффект вихря, заливающий сцену и публику световыми эффектами, превращающимися во впечатляющие калейдоскопические изображения при проецировании на экраны, стены и декорации. Благодаря цифровому управлению параметрами эффекта вихря и калейдоскопические проекции могут программироваться и повторяться с абсолютной точностью. Вращение фронтальной линзы оказывается очень полезным и в режиме размытого света, поскольку позволяет плавно смягчить границы светового луча. И действует как цифровой шаблон, подгоняющий форму и направление светового луча к элементам сценографии. Для тех, кто ищет отличный заливающий прожектор без всех этих специальных световых эффектов, имеется модель BI Color Changer, в которой управление всеми светодиодами осуществляется одновременно, а фронтальная линза не вращается. Мы подошли к концу. Вы убедились, что BI — это прожектор, работающий в трех разных режимах. Это прекрасный заливающий прожектор с красивой цветовой гаммой и с потрясающим диапазоном зумирования. Это и потрясающий лучевой прожектор с цифровым управлением лучом. Это и прожектор, позволяющий создавать революционные графические и воздушные эффекты. Прожектора OLED BI — это и инвестиция с долгосрочным эффектом, и инструмент, позволяющий светодизайнерам полностью реализовать свой творческий потенциал. А сейчас перейдем к еще одной потрясающей новинке. Первая в мире демонстрация двух прожекторов нового поколения — Super Sharpy и Misos.
Оба используют разрядные лампы на 470 Вт. Но, как вы скоро сможете убедиться, номинальная мощность лампы мало что говорит о световой мощности прожекторов. Световая мощность этих прожекторов нового поколения достигает невиданных прежде значений.